Здравствуйте. По поводу Дня города Самары, который опять не сильно порадовал погодой. Вот у себя на странице ВКонтакте я мини-опрос провел, когда же его лучше, по мнению людей, отмечать, в мае или в сентябре. Попросил высказаться, почему. Несколько десятков, точнее там больше сотни комментариев, подавляющее большинство за май. Аргументы начала лета, погода соответствующая. Все на позитиве, в предвкушении отдыха, отпусков, каникул, гуляется приятнее. В противовес всего несколько человек высказались за сентябрь, но с какими-то вот своеобразными вариантами обоснования этому. Вот главный типа в мае и так много праздников, в сентябре их мало, надо разбавить. Специально сгонял и на набережную посмотреть, как празднуются людям, и порасспросить народ вживую, кому что больше нравится. Соотношение предпочтений и аргументацию у людей примерно были такими же. День города празднуют в сентябре, а до этого было в мае. Вот на ваш взгляд, когда лучше его праздновать и почему? В мае, мне кажется. А почему? Можете сказать? Теплее. Теплее? В мае, конечно, мае. А почему? Почему? А зачем одновременно с Москвой создают народ вместе? Ну, вас только этот аспект не устраивает. Мне нравится, что в мае теплее гораздо, погода лучше, чем в сентябре. Я думаю, что в сентябре самое лучшее время года. Почему? Потому что итог уже проходит, полгода прошло, весна, урожай. Собрали, то есть, вы понимаете, как? Сентябрь, день города тут при чем? Нет, день города. Я хочу мысль какую продолжить. Значит, все работы сделаны. И, пожалуйста, веселись, отмечайте. А у вас какое мнение? Я вот правда, честно, не понимаю, какое отношение день рождения нашего города имеет к окончанию уборочной кампании на селе, а уж если и подводить какие-то общие итоги, ну, вроде как-то так сильно рановато. Ведь активно еще и продолжаются строительные, ремонтные работы, как правило, подбивают результаты такие по концу года. Нам что тогда, день города в конце декабря прикажете праздновать? Выбор май или сентябрь, ну, потому что нам есть что с чем сравнивать из этих месяцев. И это сравнение для многих, по-моему, не в пользу сентября. Люди ориентируются в первую очередь на настроение и погоду. А что еще надо? Для праздника надо, чтобы праздник был в душе. И в мае к этому располагает гораздо больше обстоятельств. Кстати, вот о Москве. Там, если что же, могут себе позволить и тучи разогнать над городом, обеспечив хорошую погоду. Мы же себе этого позволить не можем. И как раз под погоду-то и подстраиваемся. В нашем климате на дождь, слякоть, холодный промозглый ветер в сентябре нарваться гораздо проще, чем в мае. Я помню, как в один из дней города бедная Максакова, тогда еще не беглянка, в шикарном платье, с шикарным декольте на волжском сквознячке на набережной надрывалась, в то время как зрители кутались в пледы и теплые куртки, ее было даже жалко. Помню, как под проливным дождем какой-то мега-торт еще раздавали, тоже в день города. И вот как это все расценивать? Чего в этом хорошего? Тема такая всеобъемлющая для города, и есть что еще сказать, завтра продолжим.